Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители, братья и сестры. Начинается прямой эфир из студии в Андреевом монастыре. С вами Антон Пепеляев, руководитель московского представительства телеканала «Союз». В сегодняшнем нашем эфире участвуют два гостя. Руководитель синодального отдела по церковному социальному служению и благотворительности архимандрит Пантелеймон Шатов. Больше благословите наших телезрителей. Здравствуйте, дорогие друзья, да благословит вас Господь. И Владимир Романович Легойда, руководитель синодального информационного отдела. Владимир Романович, здравствуйте. Добрый вечер. Дорогие друзья, в течение многих дней, именно с 1 августа, в эфире нашего телеканала выходит много сюжетов о том, как в разных городах, в разных епархиях верующие помогают собирать средства на помощь погорельцам, пострадавших от пожаров в центральных регионах нашей страны. Вот отец Аркадий, отец, прошу прощения, Пантелеймон, батюшка недавно был пострижен в монашество с этим именем, отец Пантелеймон руководит всей этой работой. И у нас сегодня есть возможность задать ему вопросы, которые, может быть, мы не осветили в наших репортажах. Вот первый вопрос, он такой. Отец Пантелеймон, вот по светским СМИ последние вот несколько дней проходит немножко информация, что вроде бы как справились с пожарами. Вот, что мы уже отправляем за границу тех пожарных добровольцев, которые к нам приезжали. Что вроде бы как сейчас больше проблемы с заводнением торфяников и со смогом в Москве. А на самом деле вот все-таки пик пожаров, пик пострадавших, он еще не спал, еще есть люди, которым нужна помощь? Ну, насчет пожаров я не знаю. Мы хотели полететь, посмотреть на вертолете, но даже вертолет нашли какой-то. Но МЧС не разрешило лететь, слишком большая задымленность. Поэтому где сейчас пожары, как там что происходит, я не знаю. Я бы советовал всем, кто этим интересуется, посмотреть в блогах. Такой есть сейчас пожары.ру или пожар.ру, по-моему. В журнале, да. И там собирается информация свидетелей того, что происходит. Потому что официальная информация не всегда успевает. И как-то бывает что-то, не всегда они все говорят. А я думаю, что вот люди, которые в интернете работают, они больше даже знают, чем мы можем узнать из официальных средств массовой информации. В отношении пожаров я ничего не знаю. А люди, которые пострадали, конечно, Антон, они нуждаются в помощи. И слава Богу, что с вашей помощью, дорогие друзья, мы сейчас собрали, ну, по моим данным, больше 30 миллионов рублей. Наш синодальный отдел, сегодня была у меня информация, собрал сейчас около 20 миллионов рублей. Это пожертвования поступали из разных епархий, из московских храмов. Но кроме этого, открыты счета в епархиях, в которых бушуют пожары. И там тоже собрано, вот по нашим сведениям, около 10 миллионов, наверное, больше. Наверное, мы подсчитываем потом, что собрали, но сейчас деньги у нас есть. И поэтому мы готовы оказывать помощь. Если вы знаете, что кому-то нужна адресная помощь, вы звоните, пожалуйста, по телефону 542-400. Код Москвы. Спасибо большое. 400. Код Москвы, да, 8495. Нам московский телеграф предоставил многоканальный телефон. У нас была передача тоже с Владимиром Романовичем на телеканале «Спас». И после передачи было больше 500 звонков. Так что смотрит, я думаю, что ваш телеканал смотрит не меньшее количество телезрителей. Я думаю, что вы сможете узнать, кому и как помочь, позвонив по этому номеру. А что касается пожаров, Антон, мне кажется, что все-таки не стоит так не доверять официальной информации, просто потому, что ее очень легко проверить ведь сегодня. И даже в том же интернете, да, есть возможность посмотреть это все. Поэтому мне кажется, что, конечно, мы можем говорить о том, что вот эти масштабы, они уменьшаются. Другое дело, что очень сложно прогнозировать, как себя дальше поведет. И огонь как себя поведет. Да, то есть они сейчас уменьшаются, объемы, где-то удалось локализовать там эти очаги. Но как будет дальше, это будет зависеть и от стихии, и от, конечно, от слаженной работы соответствующих подразделений. Стихия стала нам помогать. Сегодня в Москве был дождик, вот сейчас тоже накрапывает. Мы ждем ураган из Санкт-Петербурга. Там, говорят, дождь шел горизонтально, такой был сильный ветер. И поэтому, конечно, может быть, новые беды будут принесены этим ураганом, но, наверное, и пожары будет легче тушить, когда на них прольется с неба дождь. Дай Бог, конечно, дай Бог. Отец Пантелеймон, вот такой маленький каверзный вопрос от телезрителей. Вот наш премьер
помогает, наш президент помогает. Зачем церковь ввязалась во всю эту работу? Ну, вы знаете, церковь, она представляет собой лучшие силы нашего общества. Церковь объединяет тех людей, которые, может быть, даже не всегда осознают правильность православной веры, но, несомненно, верят в добро. Несомненно, имеют какие-то традиции. Несомненно, люди, которые восприняли эстафету от предыдущих поколений, от тех людей, которые жили на нашей земле и имели такую твердую веру во Христа. И поэтому церковь объединяет лучших людей. И, конечно, государство не может жить без общества. Государство, у него есть свой аппарат, есть чиновники, есть какие-то службы, структуры. Но когда случается такая беда всенародная, то, конечно, общество не может в этом не помогать. И кроме того, церковь занимается социальной деятельностью не для того, чтобы дублировать то, что делает государство. И, конечно, церковь этого сделать не может. Вот мы собрали 30 миллионов, а государство обещает выделить 1,5 миллиарда на нужды погорельцев. Конечно, это несравнимые совершенно величины. Вот наши добровольцы где-то помогают тушить пожары, но, конечно, не сравнятся с силами МЧС. Конечно, у нас есть сестры милосердия, но медицинских сестер у нас гораздо больше в стране. Почему же церковь все-таки помогает? Ну, во-первых, потому что этого требует сердце. Во-первых, потому что нельзя быть безучастными к той беде, которая у нас сейчас есть в стране. Во-вторых, еще потому что государство при всей такой огромности масштабов помощи, при огромных средствах, которые оно вкладывает в это, все-таки государство некая такая машина, немножко неповоротливая. И люди государственные, они действуют по инструкциям, там иначе и нельзя, по-другому. А церковь может оказывать точечную, адресную помощь. Вот почему церковь помогает. И церковь может объединить огромное количество людей, вдохновить их, объяснить им, что происходит, направить их, правильно их сориентировать, снять ту напряженность, которая появляется, когда возникают такие вот страшные какие-то катаклизмы. И поэтому церковь, конечно, объединяя лучшие общественные, лучшие силы общества, может сделать очень и очень много. Я думаю, так, да? Ну, да, я вот совершенно согласен. Хотел бы сказать, что мне кажется, что вот если рассматривать вопрос как каверзный, да, было бы, может быть, тогда, ну вот скажем, можно по-другому сказать, а как может церковь не помогать? Как можно по-другому исполнить закон Христов? Да, если Христос говорит, что если вы это сделали одному из малых сих, значит, сделали мне. Если не сделали, значит, не сделали мне. Как мы можем, как может верующий человек пройти мимо того, кто находится в беде? Вот как батюшка сказал, потому что это требует сердца. Не может сердце не отзываться. Причем на беду любого человека. Да, когда, там, почему у нас автобус милосердия ездит по Москве и в Екатеринбурге, по-моему, да, есть такой автобус, и собирает людей, от которых даже скорая помощь иногда, ну, вот не имеет формальных оснований, чтобы отвезти людей в больницу. Почему? Они же не спрашивают, а ты, когда ты там последний раз был в храме, или это, а ты крещен, или нет. Она видит, что человек в беде, видит эти люди и помогают. Точно так же, мне кажется, и здесь. Люди оказались в беде, наши ближние. Вот. Ну и кроме того, конечно, вот такая помощь государственная, понимаете, она осуществляется по каким-то четким правилам. И без них нельзя. Угу. Вот нельзя сказать чиновнику, знаешь, ты поступай по совести. Ну, у кого-то очень жаль. Может быть, все-таки сейчас... Нет, это нужно сказать, обязательно нужно сказать. Но все-таки этого немножко мало для него. Как говорили, были лозунги, помню, в какую-то пятилетку, рабочая совесть, лучшая там, гарантия там, качества, там, еще что, лучший контролер, там ваша совесть. Но, к сожалению, вот, у них все-таки есть какие-то правила. Из них спрашивают по этим правилам. Не говорят ему, знаешь, ты по совести поступил или нет. В церкви на исповеди священник говорит, а ты по совести вообще живешь? Вот, против совести были какие-то у тебя грехи или нет? И поэтому, а когда есть эти правила, жизнь она в правила не укладывается. И особенно, когда происходит какая-то чрезвычайная ситуация. И есть многие люди, которые эти правила не уложились. Ну, вот, например, нам звонят в синодальный отдел, говорят, вот многодетная семья, четверо детей, один из детей болен ДЦП. И им отказывают в получении помощи, поскольку они сгорели раньше того, как Путин, значит, обещал эту помощь. Я не знаю, правильно или нет, но вот такая вот заковыка получается. Мы обращаемся в общественный совет. Есть такое у нас тоже замечательное вот объединение, центральный федеральный, ну, да. Мы со своей стороны что-то пытаемся сделать. И вот когда есть эти инструкции, есть какие-то правила, то человек и жизнь, она иногда западает между ними куда-то. И тут поможет может только церковь в данной ситуации.
Так что помощь церкви, она обязательна. И, конечно, все социальные беды, которые есть у нас, проблемы, которые возникают, не может решить само по себе государство. Тут обязательно нужна помощь людей. И церковь обязательно в этом участвует. Я, простите, можно обращусь к нашим телезрителям? Дорогие друзья, я очень прошу вас, позвоните, пожалуйста, на телефон в студию. Да, у вас есть какой-то телефон здесь, да? 500. Я могу позвонить. Нет, а у нас есть прямой эфир, могут нам звонить. Да, нам звонят, этот телефон, дорогие телезрители, вы видите на экранах, да. Вот бегущие строки. И, пожалуйста, дорогие друзья, мы можем рассказать, кому нужно помочь, чем можно помочь, какие у вас есть проблемы, кому нужна такая помощь, где эта помощь нужна. Пожалуйста, давайте будем использовать эту возможность такого прямого общения в эфире, потому что мы можем долго с Владимиром Владимировичем рассказывать, можем тут два часа вам рассказывать про то, про все. Но нам интересно, что вы думаете, интересно, что вас интересует. Поэтому задавайте нам вопросы, иначе наше здесь пребывание будет немножко использоваться не совсем, так сказать, в режиме том, в котором предусмотрено. Ну, на самом деле, вопросы поступали и до эфира. Вот, у нас была реклама на канале. Вот что. И есть вот такой вопрос. Люди маленько просят рассказать, может быть, какие-то случаи о том, что происходили с вашими добровольцами. Вот, рассказать о людях, которые приходили к вам. Может быть, несколько подробнее, может, какие-то есть отдельные личности. Ну, вот я хочу просить вас помолиться, дорогие друзья. Девушка погибла, она погибла не на пожаре. Она помогала в тушении пожаров и поехала на машине, после этого попала в автокатастрофу и погибла. Ее зовут Ольга. Помолиться об ее маме, ее зовут Галина, потому что мама очень скорбит и не понимает, почему это произошло. Пожалуйста, помолитесь об этой девушке, которая вот перед своей кончиной многое сделала для того, чтобы пожары как-то прекратились. А люди приходят самые разные. Вы знаете, вот когда что-то такое происходит, то люди делятся на две категории. Одни, которые говорят, ну пусть государство помогает, что это мои 3 рубля никого не спасут. Другие люди, которые последние несут, там нам приходила пенсионерка, которая несколько раз ходила и приносила в сумочках какие-то вещи, посуду приносила, говорила, я знаю, как это тяжело восстанавливать жизнь с нуля, когда все сгорело. Я хочу поделиться тем, что у меня есть, видно, что немного есть, но она как-то, вдова евангельская, принесла больше всех, наверное, это лепта ее, она оказалась больше, чем те грузы, которые привозили на машинах, знаете, такие навороченные какие-то джипы там, мерседесы. Такие люди тоже были. То есть люди приходили самые разные. Многие люди, которые приходили, мы там служили всеночную на поляне, где собирали помощь, потому что добровольцы не имели возможности пойти в храм. И вот чтобы хотя бы на время оторваться от их работы, помолиться вместе с нами, мы для них совершали такую службу. И некоторые из них первый раз исповедовались, первый раз решили покаяться в грехах. Вот в такой ситуации у людей просыпается часто совесть, вот делая доброе дело вместе, они вспоминают и о Боге тоже. Поэтому, конечно, очень важно в эти моменты быть к ним ближе и помогать этим людям. Я обращаюсь слова к священникам, которые сейчас помогают погорельцам. В некоторых епархиях священники не только исповедуют, но наряду с психологами, социальными работниками, доступны постоянно людям, отвечают на их вопросы, выслушивают их просьбы. Это тоже очень важная работа, очень нужное тоже дело. А люди приходили самые разные. Вот у нас работал какой-то иностранец, который по-русски разговаривать не умеет, по-моему, из Португалии. Его показывали на телеканале. Да. Пришла женщина, мы записываем имена, чтобы потом помолиться об этих людях. Как вас зовут? Она говорит, Нелли. И я говорю, не Анила? Нет, говорит, я мусульманка, Нелли. Самые разные люди приходят. А этот португалец, кстати, говорил, что в Португалии было какое-то тоже какое-то стихийное бедствие, и приходили добровольцы, но он сказал, что такого, как в Москве, он, конечно, не видел. И не представлялся такого. Ну, у нас за 2 недели участвовало в сборе помощи 9000 человек. Причем из них около 2000 работали по разбору этой помощи, потому что помощью завален просто весь отдел. Там скоро Монблан какой-то вырастет у нас. Я вот сейчас будет дождь, сейчас они укрывают все это пленками. И поэтому еще одна просьба к нашим телезрителям. Дорогие друзья, не нужно больше приносить одежду. Спасибо вам большое за ваше желание помочь, но одежда сейчас погорельцам не нужна. Они сейчас обеспечены всем необходимым, и если будет нужна им зимняя одежда, но желательно хорошая, конечно, мы об этом обязательно дополнительно объявим. Сейчас мы просто завалены одеждой и даже не знаем, что с ней делать.
и думаем, куда ее направлять. Может, в какие-то другие регионы, может быть, в бедные, нуждающиеся. Но сейчас, в данный момент, одежда не нужна, поэтому с одеждой пока повременить. Это вот тоже надо обязательно объявить. Бачка, а вот вы говорили еще, что в социальных сетях, да, были созданы вот эти группы. Это к вопросу о зловредном интернете, что все-таки есть польза, да, от того, что люди быстро могут организоваться. Конечно. Прийти, особенно молодежь, наверное, конечно, да, через конечно, это. Конечно, конечно. Ну и философия тоже, это, конечно, вред, но христианство воспользовалось теми понятиями, которые выработали были греческой философии, и использовало их с пользой для все-таки для церкви. Поэтому, конечно, в этом мире нельзя сказать, что в этом мире нет абсолютного какого-то зла. И дьявол, нет такой силы злой какой-то. Дьявол искажает добро. И поэтому, конечно, то, что человек придумал, колесо там, скажем, это же хорошо, правда, там, ну, интернет тот же самый. Конечно, его можно использовать для добра. И можно его освоить, и очень быстро получать информацию, соединяться. Есть такое, знаете, замечательное сообщество «Отказники.ру». Это женщины, в основном, которые познакомились именно в интернете. Они помогают брошенным младенцам, тем младенцам, от которых отказались родители. Их очень много, как раз они объединяются в интернете, потому что встречаться, собираться, времени нет, далеко ехать, живут они в городе, в Москве и вообще по России. А в интернете можно общаться, можно делать очень много добрых дел. Так что, конечно, так. Да, мы собираемся даже вот, Святейший Патриарх благословил после того, как немножко утихнет огненная эта самая стихия, собраться всем тем ответственным, которые помогали в епархиях, чтобы обсудить, как нам действовать дальше, потому что такие ситуации могут возникать и дальше. И церковь, конечно, должна помогать в этих случаях. И благословил, чтобы вот синодальный отдел провел работу с этими людьми, объяснил им, как находить в интернете нужную информацию, и как через интернет организовывать людей, как помогать им участвовать в таких добрых делах, которые устраивает церковь. И, наверное, вот помощь людям, которые пострадали, в дальнейшем тоже ведь это очень важно, да, потому что сейчас какой-то пройдет этот пик стихии, но людям-то потребуется и разная помощь. Ну, конечно, ведь государство не может их всем обеспечить все-таки, тем не менее. Ну, вот выделили 1,5 миллиарда, построят им дома. Но ведь у них все потеряно, и им нужна бытовая техника, зимняя одежда нужна, нужны какие-то предметы жизни обязательно, которые были у них. У них голые, ну, построят дом, там будут голые стены. И, конечно, как у нас строят сейчас, я надеюсь, что построят хорошо, но все-таки какие-то доделки, переделки, как это нужно устроить для себя это. Конечно, все это нужно, необходимо. У них были какие-то разбережения у этих людей. Все же у них сгорело, все пропало. Как они сейчас будут жить, где они сейчас будут работать, если им жить негде? Конечно, нужна будет помощь. Кто будет рядом? Да? Кто будет? Как вы сказали, что священники, говорят, тоже, наверное, очень важно, да, чтобы люди могли прийти, поговорить. И поэтому церковь может заниматься как раз такой адресной помощью. Но для этого нужно много очень людей. У государства такого штата людей нет. Те люди, которые пришли у нас, работали, столько добровольцев, это, ну, только замечательно, что церковь может таких людей объединить, скоординировать их деятельность. У нас там работа была удивительная. Там часть людей занималась разбором помощи, часть людей встречала приходящих, часть людей кормила их, кто-то ходил за мороженым для добровольцев, кто-то квас приносил, кто-то готовил какую-то еду, делал бутерброды. Кто-то работал в бэк-офисе, даже не знаю, что это такое. Ну, тоже работал, это хорошее. На телефоне кто-то сидел, кто-то отслеживал информацию в интернете. Все машины, которые мы отправляли, мы снабжали необходимыми документами. Потом возвращались к нам машины, они привозили какую-то информацию. Ездили специальные разведчики в разные места, чтобы проверить, что происходит на месте и что конкретно нужно людям. И вот это все, этим всем занимались как раз вот добровольцы, это замечательно. И мне кажется, дорогие друзья, что это, конечно, работа не должна останавливаться. И мы, когда пришли в синодальный отдел, затишье, лето, и замечательное помещение, Владыка Сергий, чьим я преемником стал в синодальном отделе, сохранил замечательное здание, замечательно украшенное, там есть эти самые холодильные установки, как они называются? Кондиционеры. Кондиционер. И оно было таким полупустым, в общем-то. Я все мечтал, чтобы оно наполнилось людьми. Сейчас моя мечта исполнилась. Но хотелось бы, чтобы оно дальше не пустовало. Хотелось бы, чтобы дальше мы помогали людям. Вот этот видимый огонь пожаров, который охватил наши леса. Но ведь этот огонь страданий, огонь болезней, огонь несчастья, он бушует в этом мире. И люди в этом огне гибнут. Гибнут больные в больницах от пролежней. Гибнут дети-инвалиды от недостатка ухода в детских домах. Гибнут старики, которые прожили этот страшный 20 век. Страшный, который, ну, они все герои, люди, которые, если человек прожил этот 20 век, он герой на самом деле. Ведь выстоять, прожить все эти войны, все эти гнет безбожие, который был в нашей стране. Это страшное же было время. И вот сейчас они никому не нужны, находятся в этих сельских каких-то
провинциальных местах, где не хватает средств на их даже содержание, где они нуждаются в самом необходимом, а главное в любви, в ласке, в заботе, в тепле, в личностном как бы, подходе к ним. И вот это работают, организуют, часто люди даже не церковные, есть такое вот объединение «Старость в радость». Да. Его организовали две девушки. Две девочки. Одной 23 года, другой 25 лет. Одна верующая, другая неверующая. И не крещенная даже. И вот они это организовали. И они помогают людям. Они поднимают там шум, когда что-то не так, плохо заботятся об этих стариках. Но почему этого не делает церковь? Почему мы этого не делаем? Мы должны это делать обязательно. И каждый человек, который нуждается в помощи, должен найти в церкви помощь. Дети брошенные. Вот мы сейчас хотим открыть такое окно жизни. Угу. Те окна, которые есть у нас там в Европе, чтобы не было брошенных младенцев. Была информация, что вот этим летом какого-то ребенка бросили на жаре, и он чуть не погиб, многочасовой лежал несколько часов. Вот, конечно, церковь должна этим заниматься. Ну, у нас, батюшка, на самом деле стали поступать звонки. Ну вот, святейший патриарх Кирилл, многие священнослужители, владыки говорят о том, что нынешнее бедствие – это наказание за грехи. Вот. Ладно, хорошо, мы с этим все согласимся. Действительно страшное бедствие. Но, как мы поняли, многих людей и обратило их к Богу, и на церковь вообще дало повод подумать о церкви. Ну вот, несколько таких вопросов, их можно озвучить вот так. Сейчас в церковь молятся о прекращении засухи, результата нет. И на что вы рассчитываете? Какой результат? А вот то, о чем мы сегодня говорим, то, что о чем сейчас говорил отец Матвей, это разве не результат нашей молитвы, вот эти все действия, да? И мне кажется, что у нас вот очень часто люди, которые так считают, причем по любому поводу, они себе представляют отношения человека и Бога, ну, как какие-то такие «ты мне, я тебе». Ну, да. Я помолился сегодня, значит, завтра результат, да? Это вот какая-то такая магия, ну, или в лучшем случае некий языческий такой подход, но не христианский, да? Господь говорит «мои пути не ваши пути». Откуда мы знаем, какой мы должны получить результат? То есть наша задача – принять то, что есть, да, и попытаться вот из этого сделать какие-то выводы. И вот то, о чем сегодня мы говорим, то, что батюшка говорил, вот как вот этот пожар, который есть не внешний, может быть, а внутренний, как вот его успокоить, да, как поступить так, чтобы люди посмотрели друг на друга, посмотрели в себя, вот это будет настоящий результат. Да, дождь прольется, но намного важнее, чтобы он, так сказать, в твоей душе прошел. Вот если этого результата не будет, тогда, ну, потушатся, так сказать, эти все пожары, а что дальше-то? Мне кажется, что результат, о котором Пачка сегодня говорил, это может быть самый важный результат, который конечно нужен будет. Нет, и потом говорят, что за грехи это точно. И я даже могу сказать, за какие грехи. Я прошу прощения, конечно, за наглость такую. Я не пророк и не, так сказать, не знаю воли Божьей, мне кажется так. 20 лет церковь свободна. 20 лет можно спокойно ходить в храм. 20 лет, больше 20 лет, можно учить детей. 20 лет можно помогать больным, можно читать Евангелие, можно покупать иконы. Обилие книг, которые сейчас есть в магазинах, мне кажется, такого не было ни в какое время, никогда такого конечно не было. Эта информация абсолютно доступна. И в храмы ходит меньше 5% населения. Меньше 5%. Я думал, когда вот было это, ну, когда были эти безбожные времена, что дай людям свободу, сейчас все побегут в храм, это же так радостно, так хорошо. И люди в церковь не идут. Так пожары, мне кажется, и худшее что-нибудь может случиться. Ну, это я прошу прощения за это, так сказать, обвинение нашего народа. Я, наверное, сам в этом виноват, потому что я мало этим тоже занимаюсь, как священник. Теперь вот по поводу дождей. Я служил молебен о дожде несколько раз. Я в половине случаев дождь шел, в половине не шел. И вот в этом чине замечательном о дожде есть замечательная молитва, где вначале священник говорит следующие слова: «Господи, мы достойны этой засухи. Господи, конечно, Ты правильно нас наказал. Господи, конечно, мы виноваты перед Тобой. Мы не можем, Ты любовь, мы не любим друг друга. Ты праведен, мы неправедные, мы грешники страшные. Но по милости помоги нам». Это молитва, это просьба. Это не как в магазине: пришел, заплатил, получил, что хочешь. Это совсем не так, это не автомат какой-то, это не магия. Сделай вот так, причем прочитай обязательно три молитвы, там перед такой-то иконой, поставь столько-то свечей в таком-то месте, побывай в стольких-то монастырях, и все будет обязательно. Это грех, это так делать нельзя, это надо каяться, это магия.
Молитва – это сознание своего недостоинства и смиренное обращение к Богу с просьбой о помощи, которое заканчивается всегда «не моя воля да будет, но твоя, Господи, пусть будет, как ты хочешь». Но я думаю, что, конечно, Господь слышит молитвы, и если бы не Его милость, то должна была бы за грехи сгореть бы вся Россия уже давно. Мне еще кажется, Антон, если позвольте, что здесь вот, когда мы говорим о наказании за грехи, Святейший Патриарх об этом говорил, вот и вчера говорил, и многие архиереи говорят, мы же должны понимать, что такое, во-первых, что такое грех, что такое наказание на грех. И опять же, здесь есть, может быть, такое представление, далекое от, собственно, христианского, представление о Боге, как о таком, ну, я не знаю, там, просто сверхчеловеке, который вот смотрит, да, что-то не так, ах, плохо помолись, ну, сейчас я вам сюда там огня добавлю, сюда еще чего-то. Это ведь не имеет отношения к действительности, да, как говорил один из великих наших святых, у Господа есть только одно желание – миловать и миловать. А что такое грех? Грех, один из переводов греческого слова, которое мы переводим на русский словом грех, это промах. Это тот человек не попадает в цель, он бьет все время мимо цели. И, собственно, и тогда он не получает желаемого результата, он сам себя и наказывает. Да, если мы, батюшка сейчас правильно сказал, у нас есть возможность, уже 20 лет есть возможность ходить в церковь, что это значит? Это делать добро. Да? А мы вместо этого ходим в лес и бросаем там битые бутылки, которые при солнце зажигают, служат увеличительным стеклом и зажигают лес. Конечно, мы сами себя, конечно, это наказание за наш грех, за грех нашего какого-то беспардонного отношения к окружающей среде, которую Господь нам дал в пользование. Это Божий мир, мы его не создавали, да? Это Божий мир, и мы за него несем ответственность перед Богом, перед друг другом. Если мы его загрязняем, мы, конечно, сами себя этим наказываем, по-другому не может быть. И здесь вот это нужно очень четко понимать. Да, это наказание за наше, непосредственно наше поведение. И другого результата вот в такой ситуации просто не может быть. Ну вот, действительно, вот тут вот тоже приходят от телезрителей комментарии, что да, собрали 30 миллионов, но если разделить на 200, на 140 миллионов жителей страны, то получается меньше 1 рубля. Ну, на слово Богу, обсуждали, да? Обсуждали, да, так мало. Да, да, да. Да, что получается, далеко не все принимают участие. И вот тут еще вопрос, что 9 тысяч, у вас же в Москве 12 миллионов живет. Почему так мало пришли? Ну, батюшка, очень много конкретных вопросов. Вот как вы говорили, что... Дорогие друзья, вы знаете, вот я хочу, можно я отвечу? Uh-huh, uh-huh. Вы смотрите сами на себя. Вот что вы же не президент, не патриарх. Вот ты вот простой человек. Ну, как-то ты сам приди, ты сам помоги. Меня спрашивают, а вот почему так мало дали? Я говорю, а вы дали что-нибудь или нет? Я ничего пока не дал. Я говорю, ну, а зачем спрашиваешь тогда? Ну, как-то каждый должен все-таки о себе заботиться, о своей душе. Если каждый будет помогать другим, ну, так тогда и будет, что-то получится у нас. И вот очень опасно начинать судить других. Надо делать самому, мне кажется. Еще что-то, да? Ну, вот, конечно же, очень много про наших властей. Много вопросов, что там не помогали, тут не помогали. Дорогие друзья, вот меня назначили недавно председателем этого отдела. У меня голова пошла кругом. И я понял, что вообще я ничего сделать не могу. И я как-то, ну знаете, потерялся сначала. Потом я стал чаще раздражаться. И я вот представлю себе Путин. Ну это же, я бы с ума сошел, наверное. Я бы не смог, наверное, вот, быть на его месте. Или тот же Шойгу. Вот это такой крепкий мужик такой, который там везде ездит, что-то делает там такое. Ну, видно, глава у него работает, все понимает. Но это какая-то, как это тяжело на самом деле. Как можно осуждать власти, как можно ставить себя на их место, когда ты у себя дома не можешь навести порядок, когда ты в своей душе не можешь ничего сделать. Ведь это же очень тяжело, это страшный крест, тяжелейший. Как люди это выдерживают? И я уверен, что большинство людей, которые у власти у нас находятся сейчас, они все-таки добросовестно стараются выполнить свои обязанности. И что им досталось? Какая страна им досталась? Страна, где воспитаны новые совершенно люди. Советское общество воспитало таких хамов настоящих. Страна, где уничтожены традиции, где 70 лет прививали безбожие, где разрушена нравственность, где попрано все, что можно, где уничтожены лучшие люди этой страны. Ведь уничтожили самых лучших людей, духовенство, дворянство, казачество, крестьянство. Все просто уничтожено, выкошено просто все. И этой страной сейчас нужно управлять. Как? Это же очень тяжело. Поэтому не надо, конечно, никого осуждать власти. И нужно и какие-то, может быть, то, что власть не всегда хватает рук, не хватает людей, не хватает средств, нужно восполнять. Вот как раз и нужно помогать здесь, а не говорить, вот, кто в этом виноват. И считать, кто сколько. И вот мне кажется, еще, знаете, вот в продолжение того, что
отец Пантелеймон сказал сейчас. Вот мне кажется, что мы, люди, которые так говорят, при этом называют себя христианами, да, мы как-то очень избирательно читаем Евангелие. Мы считаем, что это вот есть такая великая мудрая книга, но она как-то не для нас написана. Да, потому что если мы начнем внимательно читать Евангелие, мы увидим, что тогда нельзя читать Евангелие и одновременно задаваться такими вопросами. Потому что если там сказано, что мы не должны судить других людей, если сказано человеку такому лицемер, вынь сначала бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как, вот потрясающая часть, которая вообще забывает, вторая часть, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Вот пока ты из своего глаза бревно не вынул, все, что ты можешь, это раздражаться на то, какие все вокруг плохие. Пока. Нет, ну и что замечательно, что когда человек вынимает бревно, когда он становится святым, да. Вот я видел святых людей, да. Они же никого не осуждают. Да. Они никого не осуждают. Да. Хотя многим помогают вынуть сучок этот. Помогают любовью, состраданием. Замечательный пример про старца, который пришел в келью к монаху, у которого была спрятана женщина. Братья ему сказали: ты знаешь, старец, вот у брата в келье женщина. Он пришел туда, и он понял, что женщина спрятана под бочкой. Он сел на эту бочку и говорит: ну ищите. Они искали, искали, ничего не нашли. Он их пристыдил. А выходя из кельи, брату говорит: брат, подумай о душе. И на брата это подействовало. Он перестал водить себе женщин, этот брат. Он исправился. Этот святой, он покрыл этот грех. Да. А не стал вот эту прозорливость, они использовали не то, что как это КГБ подсказывает, или там милиция, где там вор или еще что-то такое. Они наоборот помогают человеку любовью исправиться. Простите, я перебил. Нет, Батюшка, что, мне кажется, я как раз сказал, что вы потрясающе сказали вот важную вещь, да, что вот мы говорим там о святых, поклоняемся святым, но вот забываем, вот святой это кто? Это пример для нас. Вот я себе не могу представить, преподобный Серафим бы сидел бы и говорил: а что-то маловато пожертвовали. Да. Или там, а вот как-то всего там столько. Вот не могу себе представить. Или чтобы он беспокоился так, о несовершенстве мира. Да, или вот, когда приходили люди к преподобному Серафиму, которые вот мы все почитаем, говорим, что это образец. Он же не говорил: ах, как ужасен этот мир. Он говорил: Христос воскресе, радость моя. Да, вот, ну, или вот, кстати сказать, у Достоевского, которого так любят многие, справедливо, да, есть потрясающая сцена в главе «Маловерная дама» в «Братьях Карамазовых», когда к старцу Зосиме приходит женщина и тоже жалуется там на несовершенство мира. И вот там совершенно потрясающий ответ, причем я убежден, что это даже ответ вот Ивану Карамазову с его страшным вопросом о слезинке ребенка, который позже потом в книге возникает. А она говорит, что это ужасно, мир такой, зло в мире, и вот жестокости. И как вот это же убийственно, она говорит, убийственно. И старец ей отвечает, он говорит: да, убийственно. И здесь, говорит, доказать ничего нельзя. Но убедиться можно опытом деятельной любви. Вот вы попробуйте, говорит он, эта женщина, с этой минуты любить людей. И чем больше вы будете преуспевать в любви к ближнему, тем больше вы будете убеждаться и в существовании Бога, и в милости Божией. Это проверено, говорит он, это точно. Вот явно, что Достоевский это писал не из своего опыта, а из опыта тех старцев, с которыми он общался. Это совершенно нет никакой другой возможности примириться или там найти ответ, почему так, почему там правительство плохое, почему мало денег собрали, почему вот эти люди, да, вот, только опыт деятельной любви. То, о чем сегодня, с чего мы начали. Да, да. Вот, я думаю, что люди, которые приходили помогать, они не сетовали, что так мало народу пришло, да? И не думали, не считали там. Нет, ну там было очень радостно. Это было самое радостное место, да, в Москве. Сказать, самое, да, радостное место в Москве. В это мглистое такое время, в время смога, этого дыма, этого самого. Люди, которые туда приходили, они очень радовались, помогали друг другу, заботились друг о друге. Это, там находиться среди них было просто удовольствием. Дорогие телезрители, от вас приходит очень много практических вопросов по каким-то конкретным. Вот семья не попала под программу строительства жилья, вот непонятно, куда сдавать деньги, вот непонятно, нужно ли еще приходить, помогать руками. Дорогие друзья, номер телефона, по которому можно звонить в Москве, 8-495-542-400. Вот по этому номеру вам на все вот эти конкретные вопросы могут дать ответ. Ну, это номер многоканальный московского телеграфа. Я не знаю, сумеют ли они ответить на эти конкретные вопросы, но у нас есть еще сайт милосердие.ру, и можно туда написать, если вы умеете пользоваться интернетом, наверное. Есть и телефон синодального отдела, который тоже можно узнать на сайте патриархии.ру, на сайте милосердия.ру. Можно туда звонить, можно письмо написать в наш синодальный отдел. Николаевская улица, дом 57, строение 7. И мы на все письма стараемся ответить. У нас такой человек работает на письмах. Он просто, ну, каждый случай следует, выясняет, помогает. Мы нашли его замечательный. Так что можно так обратиться. Если какие-то конкретные, может быть, сейчас можно ответить? Нет? Да. Ну, я живу в Королеве, нужно ли приезжать помогать руками?
Конечно, все надо. Если вы тем более знаете Excel и программу. И программу. Да. Word, у нас нужны люди, которые могут работать в этих программах. Конечно, нужно разбирать, нужно помощь обязательно. Так что позвоните, узнайте, помощь ваша будет очень нужна. Владимир Романович, вам вопрос. Расскажете ли вы в своем журнале о деревне, в которой родилась Муромская святая Феврония, ведь эта деревня сгорела. Вообще сгорели ли какие-то святыни у всех этих? Я слышал, сгорели два храма. Да, по-моему, два храма сгорели. Но вот у нас сейчас корреспондент отправлен в командировку, и я думаю, что в том числе и об этом мы, наверное, тоже напишем. Да. То есть сейчас занимаемся этим. Вот в Курск. Мы много молились о дожде с батюшкой. Обычные люди над нами смеются. Под Курском особых пожаров нет, люди беспечны, продолжают жарить шашлыки, ходить в лес. Власти не запрещают, пожарная безопасность не соблюдается. Ну вот грешат ли наши люди? Как-то можно им что-то сказать? Дорогие, лучше спросить про себя, грешен ли я, а грешен ли мой сосед? Ну, я думаю, Господь с ним разберется, он со всеми разберется, не волнуйтесь, тут беспокоиться не нужно. И, знаете, есть высший суд, ему не нужно там свидетелей никаких, ничего еще. Поэт писал давным-давно. Так что вы не волнуйтесь, дорогие друзья. Вы подумайте о себе, что с нами-то с вами будет, когда придет этот самый суд. Вот об этом, мне кажется, нужно больше волноваться, больше беспокоиться. Вопрос из Нижнего Новгорода. Много пострадало в этой области и продолжает страдать. А не являются ли такие катаклизмы признаком конца света? Ну, вы знаете, конец света, я не знаю, Владимир, что он более, так сказать, ученый человек. Он начал наступать тогда, когда Господь пришел на землю. Вообще вот с тех пор продолжаются последние времена. Вот эти 2000 лет, которые мы прожили, это последние времена. Это уже закат как бы человеческой истории, мне кажется. А когда он конкретно наступит, конечно, об этом, я думаю, нельзя, никто не может сказать. Не может. Об этом прямо сказано. Прямо сказано в Евангелии. Но мне кажется, что тут есть еще в продолжении того, что батюшка сказал. Ведь для нас живущих, вот для нас, наша жизнь, это все равно в последнее время. У нас же не будет другой жизни никакой. Поэтому вот для нас это вот последнее время. И как мы себя будем вести, от этого зависит, как мы предстанем пред Богом. Что может быть важнее этого? Ну вот несколько прям вопросов из разных городов. Вот Тюмень, Владимир, Волгоград, Саратов. Люди хотят жертвовать наличные. Вот можно ли это как-то сделать? Можно. Можно вот в храмах, в воскресенье, во всех храмах православных, по благословению патриарха, три воскресенья подряд, это вот последнее будет воскресенье, 22 августа, будут собирать средства на погорельцев. И можно прийти в храм и в храме пожертвовать. Нигде больше я бы жертвовать вам не советовал, потому что говорят, что ходят обманщики по квартирам, и говорят, что они собирают для церкви. Верить таким людям нельзя, потому что такого благословения не было. А есть благословение собирать деньги в храмах. Храм. Вот в храмах можно пожертвовать наличные деньги. То есть в любом храме? В любом храме. Ну вот, город Тарас, Джамбульская область. У нас епархия-батюшка препятствует сбору денег для погорельцев. Что нам делать? Писать епархиальному архиерею, я думаю. Если это так. Если это может быть, какое-то недоразумение. А может быть, недоразумение. Да. Ну вот вопрос про наших. Мы, кстати, батюшка, вы об этом говорили, но может еще стоит повторить, только ли православные помогают? Нет, не только православные. Ну, вы знаете, а потом кого называть православным? Ну вот мы точно православные, да, втроем собрались. Хочется надеяться. У нас люди называют себя православными, у нас больше православных даже, чем крещенных людей, говорят в статистике. Православие это хорошо, что есть такое доверие к православию, желание быть православным. Но все-таки называть себя православным, конечно, может человек, который ходит в храм, исповедуется, причащается там как-то. Конечно, не только те люди, которые ходят в храм, не только те люди, которые себя называют православными, помогают и атеисты, и помогают очень хорошо. К нам приходил мужчина, он привел к нам немца, француза, который купил респираторы. Вот. И он сказал, что он в Бога особенно, так сказать, не верит и как-то не относит себя к церковным людям, но он хочет помочь. За эти 70 лет наши люди очень развоцерковились и потеряли навык такое общение с Богом. И их надо заново как-то приводить, объяснять православную веру. Но так сильны сейчас соблазны различные, что человек не всегда этого как бы хочет. Насильно, конечно, сделать человека верующим нельзя. Но помогают сейчас очень многие разные люди. И мусульмане помогают, и неверующие, конечно, тоже.
И мне кажется, что вот мы любим часто к месту, может быть, и не к месту иногда цитировать слова Тертуллиана о том, что человеческая душа по природе христианка. Да. Но вот если мы понимаем значение этих слов, то мы должны понимать, что действительно человек как творение Божие, как образ и подобие Божие, он, конечно, не может быть другим. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждение этого. Подтверждение. Даже если человек, он, может быть, не знает или он не крещен, но он все равно тянется к добру, то есть к Богу. Я вообще, честно сказать, больше люблю даже людей не церковных. Потому что часто очень бывает искренний человек, очень бывает такой честный, бывает очень открытый. Особенно в глубинке. В столице, конечно, у нас люди немножко с жизнью этой. Ну, жизнь тяжелая очень. Поживи в Москве лет 20 или всю жизнь, конечно, испортишься. Такая трудная жизнь, просто тяжелая. Очень много людей очень хороших. Они просто невежественные, они не знают, но душа у них христианская, добрая такая, чистая бывает. Такие люди бывают замечательные. И некому им рассказать. И мы очень часто, мы верующие, мешаем этим людям прийти к вере. Знаете, владыка Антоний Суворский, я опять эту историю расскажу, все время рассказываю. У него был какой-то человек один знакомый, который однажды прочитал Евангелие. Его до этого приглашали в церковь, он не ходил. И он говорит: какие же, говорит, вы сволочи, христиане, что вы эту книгу скрываете от людей. Это его слова, простите за это грубое выражение. Мы очень часто, вот, не живя по Евангелию, а мы же должны жить по Евангелию, говорил Владимир Иванович, не судите, да не судим будете. Мы же не исполняем этих слов, значит, мы ее скрываем, эту книгу, не даем ее, не являем ее людям. Эту книгу же надо нам как-то оживить в себе. Потому что прочитать ее, ну, не все, может, поймут. Но мы это понимаем, что там говорится в этой книге. И то, что вот мы этого не делаем, вот это причина этого неверия, которое есть в нашей стране. Во многом это причина. Да, там написано: потому все узнают, что вы мои ученики, да, если будете иметь любовь друг к другу. Да. Имеем мы любовь друг к другу? Нет, мы считаем, да, кто сколько, да, денег сдал и сколько человек. В наших приходах. Если это является наша община церковной семьей, является она такой общиной настоящей, заботятся люди в этой общине о других людях или нет? Вот причина, наверное. Ну вот люди тоже задают вопрос, это, ну, во-первых, у нас действительно несколько человек уже погибло, это добровольцы погибли, вы об Ольге говорили, других. Вот люди спрашивают о пожарных, многие лежат в больницах, вообще много именно пострадавших людей, которые лежат в больницах. Это их родственники просят им помочь, как мы им помогаем, куда им обращаться? Обращаться можно в наш синодальный отдел, можно обращаться в епархиальное управление, взять календарь, где есть телефоны епархиальных управлений, например, или прийти в храм, попросить у батюшки телефон епархии или адрес епархии. И, конечно же, священник, он пойдет к любому человеку, а тем более к тому, кто пострадал, помогая другим. Конечно, обязательно пойдет туда, в больницу, и навестит его. У нас, к сожалению, пока вот нет такой информации, где находятся эти люди. Если вам известно, дорогие друзья, вы нам обязательно напишите на сайт милосердия.ру. Или позвонить по телефону, поэтому сообщите об этих людях. Мы, конечно, обязательно к ним придем, навестим их. Конечно, обязательно. Ну вот, да, о будущем вопрос. Вот интересный вопрос. Информация на Патриархии.ру, что собрали 200 тонн помощи, это то, что собрали в Москве или вообще? Это собрал синодальный отдел. Это только синодальный отдел. Более 200, по-моему. Более 200 тонн, сейчас уже 230, по-моему, каждый день новые данные там. Вот поэтому не надо смущаться, что они меняются, увеличивают все время, потому что работа же все время идет. Но нет, помощь собирают везде. В епархиях собирают помощь, и она не учитывается. Мне кажется, что некоторые говорят, что это плохо. Но, может быть, это и хорошо, что мы так вот все-таки правая рука немножко не знает, что там до конца сделал левая. Или как там наоборот, Евангелие, я не помню, какая, да, там рука, всегда, что знает. Всегда путаешь, да. Вот мне кажется, что все-таки что-то нужно делать и тайно, наверное. И не обязательно это афишировать. Можно говорить, что делают другие, что делает церковь. Но самому лучше сделать это тайно. Принести пожертвовать, не оставить его, не записываться там нигде. Принести какие-то вещи, помочь прийти. Вот это очень важно, делать добро и творить милость именно в тайне. Это очень важно. И поэтому, на самом деле, я думаю, объем помощи, который сейчас совершается церкви, намного больше, чем тот, о котором мы говорим. Вот сегодня утром у нас было совещание со Святейшим Патриархом. Как Святейший Патриарх комментирует ситуацию? Какие у него есть напутствия для верующих людей? Ну, Святейший ведь обратился, очень важно, что было обращение Святейшего Патриарха 1 августа в этом, в Дивеевском дыму, и там, ко всей церкви, ко всем верующим людям, и прежде всего с призывом о молитве.
о понимании вот этой ситуации, то, собственно, о чем мы сегодня тоже пытались говорить, да, но и с призывом деятельной помощи, и слава Богу, что вот этот, мне кажется, что призыв... Это не только призыв был, была же еще инструкция. Да, я как раз хотел сказать, что было первое. Мне кажется, это очень важно, это как бы всех вот собрало все вот эти усилия, да, потому что действительно помощь стала в разных местах появляться и, так сказать, спонтанно, а здесь вот было некое, задано такое очень правильное направление. И была инструкция, которую батюшка сказал, четко, в которой было просто уже непосредственно четко сказано, что нужно сделать, чтобы организовать эту помощь и как действовать на местах. И вот эти два момента, они просто послужили вот этому, так сказать, направлению деятельности. И во многих епархиях, и притяжных иерей эту инструкцию продублировали, да. Сделали более конкретные указания, выполнили все, что наметил Святейший Патриарх. То есть это все было сделано очень... А на совещании сегодня у меня сложилось, не знаю, Бочка, как у вас, у меня сложилось впечатление, что там был большой доклад отца Пантелеймона о ситуации, о предложении. Вот, но потому, как Святейший Патриарх реагировал, было понятно, что, в принципе, он все знал. Вот никаких новых вещей он, так сказать, не услышал, потому что понятно, что то, с какой внимательностью он следит за этой ситуацией. Ну, естественно, что были отчеты, понятно, из синодального отдела. Я так пугаюсь всегда, когда мне говорят, Святейший хочет поговорить, но я... Постепенно начинает привыкать, что когда такая ситуация, Святейший обязательно интересуется, спрашивает. Да. Поэтому, конечно. Да. И Святейший, кстати, сегодня тоже говорил вот на ту тему, которую мы затронули в нашем разговоре, о том, что очень важно, когда вот эта стихия, как мы уже говорили, будет отходить, продолжать помощь. Продолжать вот тем, кто пострадал от пожаров. И вообще, может быть, вот, как бы вот эта искорка, которая здесь загорелась в сердцах людей, чтобы она распространялась на помощь вообще всем. Вот то, о чем мы сегодня пытаемся говорить, о помощь людям в церкви. Задачка синодального отдела сделать списки пострадавших, проверить их у органов государственной власти, как-то с ними согласовать это, и оказать адресную помощь каждому, кто пострадал. Это такая задача перед нами поставлена Святейшим Патриархом. Он тоже говорил об адресной помощи обязательно. Ну вот, комментарии на наши «не осуждать власти». Но и все-таки они виноваты. Ну вот пишут люди, то там, значит, пруда не было, здесь не было машины, здесь пропили, здесь, значит. Как все-таки реагировать на такую халатность? Знаете, я анекдот можно расскажу? Бабушку в КГБ... Вот раньше была такая организация, многие, может, не знают, наши молодые люди. То, что теперь называется ФСБ, занималась КГБ в основном выслеживанием инакомыслящих, там, борьбой с антисоветчиной какой-то. И вот бабушку пригласили в КГБ. И говорит, бабушка, ты что ж советскую власть ругаешь? Она говорит, да что ж вы, милый, как же могу ее ругать? Ведь она от Бога за грехи дана. Ну, понимаете, какие мы, такие и власти. Надо начинать исправлять себя все-таки. Давайте я все время говорю, давайте тебя выберем президента, может, лучше будет. Нет, что, я не смогу. Ну, а чего ж тогда ты ругаешься? Надо помогать им, а не ругать их. И потом, какой смысл ругать? Ну, давай, у нас сейчас наша власть поддерживает общественное движение. Вот у нас есть общественный совет федерального округа. Есть у нас церковь, которая дана, ну, возможность широкая, свободная. Делай, что хочешь. Помогай, где хочешь, организуй. И сейчас государство будет даже деньги выделять на эту работу церкви. Участвуй в этом, пожалуйста. И если критика, она должна быть конструктивная. Что сделать, как сделать? Не так вот все время там что-то за углом там говорить плохое. Надо, конечно, надо работать просто и все. Ну и может быть вот можно вспомнить то, о чем еще раз вспомнить, о чем сегодня батюшка уже говорил. Слава Богу, что у нас сегодня во власти очень много действительно искренне верующих людей. Причем на довольно высоком уровне. Да, и мы знаем, что у нас верующий президент, верующий премьер. И это вот то, что хотя чиновник, с одной стороны, он для каких-то своих действий не может просто руководствоваться совестью, но то, что благодаря церкви, я хотел бы к этой теме вернуться, все чаще сегодня, и просто мы можем свидетельствовать, да, появляются чиновники, которые руководствуются все равно вот в жизни своей и в своей профессии, да, в своем долге государственной совестью, что они, по крайней мере, не могут поступать против совести. Это тоже очень важно. Конечно, это не может измениться за один день. И за 20 лет, кстати сказать, не может измениться. Но вот Святейший Патриарх говорил, что когда мы говорим о православном народе, о православных людях, да, то это значит, что человек не только в своей личной жизни должен руководствоваться своей верой, но и в общественной. Да, вот он должен иметь возможность там, сказать, вот я не могу это сделать там, на работе, потому что я православный человек. Вот, или я там не могу перестать там, не только чиновники, да, мы сейчас почему-то сконцентрируемся на власти, да, но вот скажем, когда мы приблизим вот эту ситуацию, когда кто-то скажет, я не могу там уволить в кризис людей, потому что я православный человек, да, вот тогда можем сказать, что это вот православный бизнесмен, тогда можно сказать, что это православный бизнесмен.
Когда он скажет, я в кризис не сократил людям зарплату, хотя мне там стало сложнее жить. Да? То есть он свою общественную вот эту вот проекцию, да, будет мотивировать своими взглядами. Но слава богу, возвращаясь к этому, у нас есть такие люди во власти. И, кстати сказать, даже потому, что сегодня мы видим в СМИ, понятно, что те недостатки в работе государственных учреждений, которые есть, они же видны. Их же, в общем-то, сегодня не пытаются скрыть. Да? Понятно, что есть проблемы. Понятно, что были разрушены, там, не знаю, вот эти вот системы лесничеств, да, лесников. Там, об этом же открыто говорят. Пытаются что-то делать. А может быть, недостаточно. Но вот как батюшка сказал правильно, если человек критикует, есть у него возможность что-то исправить. Если нет, тогда вот какой вот этот призыв к чему? Да? Должен быть какой-то конструктив, и дело верующего человека, мне кажется, прежде всего молиться, конечно, и о собственном вразумлении, но и почему мы молимся же, постоянно церковь молится о властях и воинствах. Это же не пустые слова, это же не просто так происходит. Вот мы, верующие люди, мы ходим в храм, мы, присутствуем на литургии, мы молимся о властях и воинствах. Давайте задумаемся, да? Давайте сделаем так, чтобы эта наша молитва была настоящей молитвой, чтобы мы вместе молились. Может быть, это наш долг, может быть, это поможет измениться этой ситуации, а не наш вот такой, так сказать, критический разбор. Да, вот, может быть, с нашей колокольни, когда не видно, обзора-то ведь нет на самом деле. Ну и потом, конечно, понимаете, дело же не в властях все-таки. Вот ситуация в нашей стране тяжелая, конечно, коррупция, там, туда-сюда, исправительные учреждения, где люди делаются хуже. Конечно, это все так. Но ведь власть, ведь это же приказом не исправишь. Почему в России была, почему в России все это было? Потому что в России была вера. И когда вера оказалась потерянной, вот и получилось все это, когда веру заменили чем-то другим. Когда забыли о Христе. Без меня, говорит Господь, не можете творить ничего. И поэтому, только обратившись ко Христу, можно исправить ту ситуацию, которая есть в нашей стране на всех уровнях. А без Христа, с законами, справедливостью какой-то там абстрактной, еще там с чем-то таким, ничего же не сделаешь. Это, конечно, причина всех бед, которые есть в нашей стране. Ну, наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Мы говорили уже больше часа. Отец Пантелеймон, вот много людей пострадало, и люди продолжают страдать, видимо, долго еще будут страдать от всех вот этих вот бед. Можете ли как-то их утешить, что-то сказать людям такое, потому что вот часто звучит, что по грехам, но ведь не конкретных погорельцев, по грехам все произошло. Ну, вы понимаете, дорогие друзья, ведь ну, в этом мире невозможно не страдать. И причина этому наши грехи, конечно, прежде всего. И грехи общечеловеческие. И это страдание, оно может быть или очистительным, или может быть еще только ухудшить, только увеличиваться может страдание. И чтобы оно очищало нашу душу, нужно все-таки верить в божественный промысел, в божественную любовь нужно верить. И принимать из руки Божьей все, что посылается, как праведный Иов. И плохое, и доброе. И видеть за этим таинственный, конечно, непонятный во многом для нас промысел Божий. Не нужно отворачиваться от страдания своего, которое посылается тебе. Нужно принимать его благодушно, верить, что больше, чем нужно, Господь не пошлет. Но с другой стороны, мы живем в мире, где мы все равно умрем рано или поздно. Нам Господь пришел не для того, чтобы здесь на земле дать нам вечную жизнь. Она же кончится когда-нибудь. И только Господь знает, когда лучше, чтобы она закончилась. В огне ли пожаров, на кровати, в окружении семьи, там, как вот и девушке Оле в машине, после того, как она гасила пожар. Может быть, это было лучшее время ее жизни, поэтому Господь ее забрал. Мы не можем над этим рассуждать, это очень трудно и тяжело, это очень сложно об этом как-то думать. И поэтому тут нужно довериться Богу просто. И принимать из руки Божие страдания, как горькое лекарство. Отец Иоанн Крестьянкин говорил, что каждой скорби мы должны ножки поклониться и ручку у него поцеловать. И это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, мы должны помогать нуждающимся, должны гасить эти пожары, конечно, обязательно. Но, тем не менее, все-таки вот эти трудности должны принимать и не роптать, а каяться в грехах, стараться нашу жизнь исправлять, прежде всего, свою душу и другим тоже людям помогать любовью, любовью исправлять их. И тогда в душе воцарится мир, и нам ничего не будет страшно. Ни конец света, ни апокалиптические времена, ни пожары, ни ураганы, ни повальные болезни, ни еще что-нибудь. Если с нами будет Бог, то ничего не страшно. Как вот наши новомученики говорили, они жили в гораздо худших условиях, чем мы, и радовались в лагерях, и не боялись ничего, шли навстречу смерти с верой во Христа.
Если будем со Христом, то нам ничего не страшно. С нами Бог, чего нам бояться тогда? Отец Пантелеймон, Владимир Романович, большое вам спасибо за эту беседу. Я надеюсь, что мы ответили на многие вопросы наших телезрителей, которые, может быть, они не слышали в репортаже. Дорогие друзья, мы заканчиваем наш эфир. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.